Opel Movana 2023 рік. Длинна база. Камера. Двери распашку делается так. Боковая дверь. Столик. Бардачок кондиционер. Такой бардачок. Документов бардачок. Полка. Два и два дизель. Блин, мотишь. От блю тоже. От блю. Сейчас заводим. Пробег 1500 километров. Ну, из минуса могу сказать, экран за малый, могли бы сунуть на 12 хотя бы, ну, слабенький. И в принципе все. Ну, эта штука, не знаю, мне кажется, она как бы тут бесполезна. Для планшета. Сейчас я и достану. Вот так вот. Раз. То есть можно телефон ставить, планшет. Вот так машина нормальная, довольна. Поначалу показалось слабоватый двигатель, 2.2 дизель, турбины от блю.
Ну, вроде как развизгалась. Хватает это. Заправлял. По полной трошки провылы. Микролифт, поясница, то есть тут по регулировкам сиденья нормально. Ну так це есть, круиз. Вебаста. Кондиционер. Дует все четко. Ну, мультируль. Непогана машина. Бонова. Бонова. Там уже скажуть. Далеко і до спринтера. Ну, сказать так, по трасі, по автобану не уступає вона ні одної машини.